Итоги месячника по благоустройству оказались впечатляющими. Мы вывезли более 3,5 тысяч кубических метров это бытовых отходов. Вот, был окрашен, приведен в порядок урны, контейнерные площадки. Очень у нас порадовал Первомайский район, очень красиво были разукрашены контейнерные площадки. Руководителям управляющих компаний и предприятий различных форм собственности, которые активно помогали привести город в порядок, вручили грамоты и подарки. Хотя, как было отмечено на штабе, это не значит, что работа по благоустройству должна остановиться. Не нужно расслабляться. Я думаю, с пятницы мы возобновим рейды с телевидением по надлежащему содержанию территории многоквартирных домов и по надлежащему содержанию контейнерных площадок. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.